У мастеров пулевой стрельбы из Томска есть давняя традиция. Ежегодно они собираются в канун Дня защитника Отечества и проводят соревнования, посвященные грядущему празднику. Всегда самое активное участие в стартах принимают юные снайперы. Нынешний год не стал исключением. На базе ДЮСШ номер 16 прошли городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. На них собрались более 70 ребят разного возраста и уровня мастерства. Сколько уже лет занимаешься? 2-3 года. Какие успехи? Много соревнований, и в нескольких соревнованиях даже выиграл. Сколько выбивал? Сотку выбивал? 2 раза было. Тяжело без промаха работать? Да. Что необходимо, чтобы в яблочко попасть? Выдержку и спокойное, умеренное нажатие на курок. Девочек что манит на огневой рубеж? Я посмотрела мультфильм, попросила своего папу повести меня в тир. Я попробовала, мне это очень понравилось. Какое-то время я там занималась. Потом меня перевели сюда и занимаюсь тут около года. Ты тоже в мультфильмах увидел про стрельбу? Нет, у меня брат сначала занимался здесь. Он и сейчас здесь занимается. Мне тоже очень понравилось, и я начал тоже ходить. В праздничных соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки из общеобразовательных школ Томска, ДСААФ и ДЮСШ номер 16. К радости тренеров, многие из них показали высокие результаты. Вот отличный результат. 50-50, 100 очков из 100. Это у нас Тимур Макаров настрелял. Тимур доволен? Конечно. Как к такому пришел? Упорно отрудился. Не пропускал тренировки. Отличную стрельбу на турнире продемонстрировал не только Тимур Макаров. Так, Майя Матвеева, Дарья Денисова и Анна Кондрацова выбили по 99 очков из 100, а Станислава Капитанова и Анастасия Тихоненко по 98. Отметим, что эти старты стали подготовкой ребят к первенству Томской области. Именно подготовка психологическая и тактическая к соревнованиям на области. А насколько важно именно в психологическом плане быть готовым? Вы знаете, я даже сегодня заметила, девочка садилась и не может пульку вставить в ствол. Я говорю, ты что волнуешься? Это волнение, понимаете? Что это соревновательный момент. Вот, и многие волнуются, я говорю, не могут даже вот резиночку одеть на глазник, одевает резинка, она у нее улетает. Я говорю, ты что ж так волнуешься? Вот это как раз хороший случай именно привести в порядок вот эти все нюансы. Конечно. Чем больше стартов, тем более таких ответственных стартов, тем больше у них, получается, вырабатывается спокойствие, выдержка. Это очень нужны такие старты. Соревнования первенства и чемпионата Томской области по пулевой стрельбе соберут и юных, и взрослых спортсменов в ДЮСШ номер 16 в начале следующего месяца. Призы региональных стартов стрелки разыграют с 1 по 4 марта.